Ну вот, дверца и готово. Кромочки завернуты. Все ровненько. Вот. Абсолютно никуда ничего не утянуло. Вот, так что все нормально. То, что здесь она немножко провисает, это дверь неправильно стоит. Вот она внизу получается, вот настолько же. Надо дверь просто отрегулировать, и тогда с этой дверью она будет ровно. Так что все я сделал по уму. Ну вот, дверь отремонтирована. А вот кромочки здесь завернуты, тоже проварены. Все достаточно ровненько вышло.